Колибри Арт представляет. Аня, по ступенечкам на горку, высокая горка. Давай. Давай, давай. Я тебе помогу. Давай. Садись. Ой. Аня боится. Аня, покажись. Это мы сейчас в парке в Швейцарии. Ну, садись. Ого! Мне так тяжело тебя поднимать. Надо, чтобы кто-то еще там сел. Да, Анют? Привет. Привет. Чао, да, надо говорить. Ух ты, сейчас нам Аня тоже покажет, как надо здесь кататься. А ну-ка, продемонстрируйте нам этот прыжок. Вау. Прикольно. Разгона только, а то будет это, медленно будет. Так ты разогналась? Да, в прыжке. Давай. Держись. Класс. Аня, ты куда? Потихоньку, потихоньку. Тебе помочь? Ага, если мама сюда Ой, только она эта высокая, держи ее там внизу. Сейчас иду к тебе. Держи внизу только. Давай. Нет. Ползи. Вот, давай, садись. Вот здесь, Кать, внизу держи ее. Ага. Давай, я с тобой, я тебя споймаю. Давай. Давай, 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 Аня говорит, что это у нее лошадь. Да, Анюта? Класс. А вон еще самолетик есть. Интересный парк в Швейцарии. Симпатично. Наверное, вперед надо кататься. Вперед. О, вот, вот, получается. У Анюты получается. Ну, самолет где-то летит. Аня тут исследует качели. А ну-ка. Аня вот так катается на качели. Да, Анюта? А там дальше озеро. Аня, мы пойдем. Куда пойдем? К озеру. К озеру пойдем? С Аней? Хорошо. Катается. Быстро хочешь? Да. Сейчас. Оп, схватила и отпускаю. Еще быстрее. Еще быстрее. Опа! Аня бежит, чтобы Аню взять на пляж. Аня, а куда ты? Куда ты вылезла, Аня? Тебе там не страшно? Так ты у меня храбрая и смелая? Молодец!
Где там моя Аня? Ку-ку! Ку-ку! Мы идем на пляж. Да, давай. Получится слезть? Давай. Вот умница. Ну, идем к озеру. Озеро это лаго, да? На итальянском языке. Все, Аня увидела уток. Две утки. И уже бежит. Песочек, да. Вообще, не понимаю, где мы. Ну идем, где-то уточки. Глянь, как они близко, да? Да. Глянь, вышла. И правда нас бегут. Аня, что? Ой, что-то. Они хоть мирные? Хоть они мирные? Не знаю. Давай постоим, посмотрим просто. Они уходят от нас. Да. Прикольно? Да. Видишь, уточки такие. Видишь, черного цвета. И у них какой-то розоватый клювик. Да. Красивые птички. Не знаю, какие-то утки. Да, Анют? Плавают уточки. Аня кричит: самолет. Заснимем самолет. Да, самолет был. Близко так его видно, да? Анечка, расскажи, ты уже третий день ходишь в итальянский садик. Как тебе? Тебе там нравится или нет? И что ты там делаешь? Разные всякие. Что это такое? Бусы делаете? Из пластилина, что ли? Или нет? Тут лодки стоят. Скажи еще про садик. Что там еще? Ты говорила, там какой-то батут был? Высоко-высоко? Да. У вас воспитатели называются маэстро, да? Да. Ну вот горы. Ой. Да, мама, да. Красиво, да? А красиво это Белла. И что ты будешь делать с этой палкой? Ловить рыбу? Да. Ну бросать палку в озеро не надо. Ну это ж как-то загрязнение получится. Воды, ну. Вот смотри, волны пошли. Наверное, что-то проплыло. Вот я палкой уже по голове получила. Ох, Аня. Кусочек камыша нашла, теперь играется. Аня так и улетит. То море, то речка, это озеро, да? Красивое озеро. Все, Аня уже что-то ловит. Удочка у нас что-то ломается, да? Рыба ловить, говорит. Будем пытаться потрогать озеро, но чтобы ноги не намочить, да? Ну, чуть ближе подойди. Ну. Холодная водичка? Наверное, все-таки март 2022 года, да? Это мы приехали в Италию, выехали с Украины, потому что у нас сейчас в Украине война. Анин папа остался в Украине. За ним очень скучаем, да, Нюта? Скучаем за папой, да? Ничего, скоро вернемся. И все будет хорошо, правильно? Надеемся на это, по крайней мере. Потому что в Украине было все хорошо, пока на Украину не напали. Аня радуется уткам. Они бедные, не знают, чи плыть сюда или обратно уплывать. Аня радуется, хочет, чтобы уточка чтобы вышла на берег. Ну, вот они плавают такие. А вертолет где-то вдалеке летит. Да? Да. Аня с палкой не расстается. Да? Это удочка твоя? Да. Нет, это просто шашлык. Ой, это у нас уже шашлык. Кому-то шашлыков хочется, да? Да. Дед. Говорит, что шашлыков хочет у дедушки. Да? Скучаешь за дедушкой и за бабушкой? Да. Ничего, скоро мы увидимся. Да? Мама.
там песок. Пока мы гуляли, увидели вот такую красоту. Лебедь у нас тут появился. Красавец какой! На озере плавает. К нам приплыл, да? Ну вот уточки, вот смотри, выходит, глянь, какой красивый. Ой, какая красота, посмотри. Красавчик. Да? Нравится? Нет, к нему не надо близко подходить, а то может все-таки клюнуть. Красивый. Перышки свои вычесывает. Уточка плывет. Ой, как себя ведет. Ой, позирует нам, да? Классный такой. Ну, а тут самолеты летают в Швейцарии. Красота. Аня, ну что, пошли? Оставим лебедя в покое? Ну, почему нет? Пусть плывет, либо загорает. Да, Нют? Красивый. Пошли. Пошел. Вот, водичку уже лег и ползет, ползет, ползет. Сейчас и поплывет. О, какой. Спасибо, что к нам приплыл. Полюбовались тобой. Ага. Аня на веревочках катается. Нравится, Нют? Рафаэль помогает. Крутит. Аню, да, Нют? Рафаэль, спасибо. Рафи играет в мяч. Аня продолжает по площадке бегать. Да, Нюта? А, вот Рафи. Рафаэль. Да, пробуй, сползай. Вот умница. Катаются Рафаэль с Аней. Все, будем ехать домой уже. Ну как домой? К Ане. Домой.